Всем здорово, братва, на связи, как всегда я, Малфой. И это 82-я серия Пути бомжа на Аризона РП. Как говорится, утро начинается не с кофе, а именно с акции X4 Payday. Пришел мне 1 миллион баксов, и сегодня я хочу нормально так заработать. Благодаря двум майнинг-фермам мне удалось собрать 323 биткоина. И по нынешнему курсу вышло это на 7,5. Миллиона. Хоть и пропуск батлпасса я давным-давно окупил, я продолжаю выполнять различные задания. И вот уже дошел до 9 этапа. Мой жесткий фарм ресурсов начинается с фермы льна и хлопка, где на удивление вообще отсутствует конкуренция. Хотя чуть позже все-таки народа немного набежало. Чтобы сильно не париться, я решил купить 1000 хлопка и 500 льна за 1,8 миллиона. Ну и как же я могу не передать привет своим двум подписчикам, Саня и Тихон, получается, вы в телевизоре. Дальше я залетел в магаз за водой для крафта, но из 60 попыток удачных вышло 36 охлаждаек, при условии, что еще 600 хлопка валяется в инвентаре. Теперь в эти вот подвалы можно и не заглядывать, видюхи в жидкости не нуждаются. Казалось бы, видос длится от силы 2 минуты, а я уже словил целых 5 пайдей. По бабкам это 5 миллионов чистой прибыли с депозита. Очень даже хорошо. Не знаю, понравится вам это или нет, но ближайшая моя цель — это кастомная фура. Они как раз просели в цене, и купить будет не так сложно. А, и да, забыл сказать, я уже прошел всю медкомиссию и начинаю работу пилота в 17:39. Хотя о какой, блин, работе может идти речь, если спустя 15 минут я оказался в Больке. Ой, ладно, походу пилот просто не мое. Возле своего дома докупаем у подписчика 700 льна, и он прям очень сильно хочет засветиться в видео. Передаю пламенный привет топовой Фоме Прокопа. Короче, моих ресурсов идеально хватает на 33 попытки крафта, и удачных вышло штук 14. Вообще, сам по себе я не люблю играть в казик, но когда такое сочное задание в батл пасе, то почему бы и нет? Но удача реально покинула чат, и я начал сливать тупо каждую ставку. Хоть и задание успешно выполнил, я в минусе на ставках аж на 1 миллион 700 тысяч. Нужно выполнять что-то безобидное. Вот, например, набить татуху и плюс один ларец олигарха. Еще, кстати, один из способов подфармить бабки — это квестовый персонаж. Берем задание на развод денег с бизнесов, и теперь нужно сделать всего лишь 3 ходки. Показывать весь процесс не вижу смысла, но за 20 минут я заработал 100 тысяч, плюс еще 2 ларца с премией за само задание. Последний раз я был на контах, может, месяц назад, и думаю, пришло время сюда вернуться. Так как бюджет у меня не резиновый, поставлю 2 ставочки по 4 миллиона. А хотя не, пацаны, нужно перебить этого челика. Ставим 4,6 кака. Ну и что ж, долгожданное открытие, и видим кучу бесполезных компенсаторов. Самое ценное — это элегия, но хрен знает, за сколько у меня получится ее продать. А вот со второго нормальный такой оку. Сертификат на читаху, элегию, 370 азекоинов, 23 голды и Samsung Galaxy S10. Ориентируясь на средние цены, я принял решение выставить читаху за 3,2 кака. И буквально за пару минут нашелся реальный покупатель. Кидаем ему командой за 3 миллиона и готово. С элегиями было немного сложнее. Я потихоньку скидывал цены, пока у меня ее не купили за 2,4 миллиона. Ну а вторая элегия улетела за эту же самую цену. Андрюха Кинстром, приветики тебе. Так как азекоины мне по сути не нужны, просто обмениваем их в донате на 5,5 миллиона. Но если у меня все нормально с математикой, то чистый плюс контейнеров — это 4 миллиона 800 тысяч. Еще и голда и Samsung в инвентаре валяются. Немного еще заданий из батл пасса, и я решил распродать свои предметы. Вот вам скриншот, что удалось продать за 10 минут, а мы перемещаемся опять
играть в банк. По таймстемпу видим время 21:30 и думаю, пришла пора снять прибыль со своего депозита. Чистый заработок это 9 миллионов и думаю, в следующей серии я наконец-то куплю себе фуру.